роля Джон Эштон, Ричард Тайзен, также роля Карл Вентрауб, Джанни Руссо, Джон Картер, Вен Типпет, а также Кей Ленс в роли Кони. Главный оператор Ласло Джордж. Who's in the parking lot, moving kind of slow? It's kind of dangerous, people you don't know. You're getting paranoid, you don't know who to trust. It isn't me, it isn't you, it's neither one of us. Hold on, 'cause things are gonna change. Move right along, gonna start a whole new game. After scenario, Frank Lupo. When you think it's getting too tough, heartbroken, gotta feel that is enough. Heartbroken, now it's time to get the truth. When you're caught up in the middle, gotta play a little bit. Good morning, officer. Up early for the grunion hunt. Здравствуйте, офицеры. Что случилось? Where's your partner? Covering. А где партнер? Прикрывает меня. You wanna give me that? Так, дай мне это. Let's step over here, huh? Давай-ка дойдем. You know what's going to pound now? I don't know if it's pollutants in the water or any environmental. Да не беспокойся, вот кое-что тут есть там. Cause this stuff is. Ну, это барахлишко. Да, совсем свежее. Amazing what they're dumping in the water these days. Слушай, ребят, действительно, однажды можете в воду попасть. Так. No, I'd never call you guys crooks or nothing. Ребят, я никогда не звал вас сварами. Слушай, вы не мои лучшие друзья, но тем не менее, это не то, о чем мы говорили. It's all gonna be friendly, right? Ребята, мы должны быть друзьями, нет? Ребят, действительно, я ненавижу просто, когда какая ненависть это... Ребята, что? Что-то такое произойдет? Так, вытащи-ка ствол из своей сумки. Ребята, о чем вы толкуете? Это у меня здесь под курткой. Everything's under control. Все нормально, все под контролем. You're the police. Ты из полиции. Ты из полиции? Нет, он из полиции. Нет, они были из полиции. Really a cop? На самом деле полицейский. Well, if it wasn't, that was one heck of a citizen. Ну что мы сказать? Да в общем-то так. Он очень круто работает в специальных делах. Outside. Так. Ребята, действительно, ты че? Ну давай.
Grundig? Huh? Hey, Jack, ну как? Try and hit this, okay, Grundig? Try and hit this, all right? Ну-ка, попробуй сюда. Come on. Ну, давай. Outside. Outside. Нет, чувак, ну ты совсем ничего не можешь. Now, come on, give me a piece. Give ну me давай, come слушай. На один разик хотя бы. Слушай, здорово, а? Слушай, да он сделает это. Давай, двигайся. Он сделает это. Ну что? Давай! Давай, Чарли! Он сделает! Черт, он сделает это! У него получится! Отсюда, ты что, ничего не веришь, что ли? Черт! Слушай, да неправильно, ты что, слепой, что ли, совсем? Тебе очки нужны. Все, отвали. Эй, привет, ребята! Так, здорово поиграли. Ух, мы дали. Слушай, ты видела, как они повели себя после этого мяча? Здорово, а? Ох, действительно, здорово размялись. Что такое? Слушай, ты на что подумал? Ты подумал что? Слушай, что за проблема, чувак? Слушай, ты совершил ошибку. Чарли. Слушай, это действительно здорово. My philosophy is, we're a tight back brace. Да уж, философия такова, что если этот чувачок начнет думать, то у всех у нас проблемы. Так, ладно. Эй, Чарли! Эй! Эй, слушай! Ну давай, давай, что у тебя? Была ошибка. Да? Что? Слушай, я не хочу никаких проблем. Ну, какие проблемы-то? Да давай. Салли? Слушай, я видел Сэлла. Слушай, ты знаешь, проблема с Салли. То, что она должна положить своего мужа и выступить на суде. Надо защитить. Да? Но я-то при чем? Ты должен сделать. Слушай, если ты не возьмешься, в противном случае, на следующей неделе ты займешься рутинной работой, бумажкой. Да? Да, действительно, только так. What, you crazy, Charlie? Слушай, крэзи. Ты в самом деле абсолютно крэзи, Чарли. Дурак ты полностью. Ну о чем ты толкуешь? Все это заварил. Ладно, что, меня посылают заниматься какими-то бумажкой, да? Слушай. Слушай, ну как можно меня сажать за стол, а? Слушай, ну я чем виноват? Ну то, что так же получилось на поле. Тем не менее, вот так уж. Слушай, во всех случаях, действительно, или же ты возьмешься помочь с защитой, или же ты действительно сядешь за стол. Слушай, ты мне уже действительно здорово надоел. Слушай, почему ты не можешь спокойно уйти на пенсию? Уйти на пенсию? Слушай, Чарли, народ уходит на пенсию, ничего.
Now, how long have I been after you to learn golf? I don't want to learn golf. I hate golf. Действительно, люди на пенсии играют в гольф. Не любят гольф. Дурная игра. Hitting a little ball as far as you can, and then having to walk all the way after it when you had it in the first place. О, ладно, действительно. You know, you're going to be a real joke on the street, Charlie, ладно. You're going to scare the perps by hobbling after them. Here comes the limping policeman. Чарли, ты хороший полицейский, но тем не менее он должен держать себя в руках. Так, ну и повсюду засовывает меня. No, I don't think that they do. Да нет, я так But не думаю. Point is, Charlie, that after this one, you're gonna take a desk or. Но проблема в том, что после этого ты все равно сидишь за стол, Чарли. Well, you didn't give me a chance. Да, хорошо. Слушай, да дай мне шанс, наконец, все-таки защитить тебя, что-нибудь сделать. Так, ладно, все. Начиная с этого утра, все, ты занимаешься защитой. Вот тебе задание. Ладно, кого защищаем? Его жену? Вот этого самого бандита? Да, почему я? She came running and crying for protective custody for herself. Есть проблема, она должна выступить в суде. Ну, понятно. Ты захотел тебя? Меня? Что, она назвала мое имя? Да. Конни Деланова. Как ее зовут? Конни Деланова. Ты знаешь? Нет. Так, все в порядке, следи. Да ладно, слушай, не беспокойся. Ладно, ты здорово тут прикрылся. One hour is coming up. Who is it? Кто это? Salvation Army. You got some old clothes for us to pick up? Это армия спасения, полиция. Okay. Хорошо. Капитан Бэттлс. Так, представлю вам двух офицеров. Итак, работайте в двух командах. Никто, я имею в виду, даже ваши командиры не знают, в чем дело. Все абсолютно секретно. Итак, все мы находимся на расстоянии радио, постоянно сообщаем друг с другом. You're close enough to have your hand on Villanova's wallet. This whole arrangement, including Battles, is all part of the deal. Так, а почему Battles тут? Все согласовано, что Battles тоже в деле. Charlie Battles. Charlie Battles. Откуда она вас знает, эта женщина? Ну так уж, я знаю его. So how you doing, Charlie? Как поживаешь, Чарли? Long time no see. Давно уже не видели. I don't idle too good, but I'm still running. Да, я все бегаю. You know each other? Вы что, знаете друг друга? McTeague? Да. Find that out. Что за проблема? The most righteous assignment I've ever pulled. I want to make it home all right. Так, я что-то не понимаю. Мне не говорили, что тут кто-то знает друг друга. I met Charlie a long time before I married. Я встретила Чарли давно уже, до того, как вышла замуж. A long time. Давно уже. I was real surprised when they told me, you know, that... В самом деле, я был очень удивлен, когда мне сказали, что хотели, чтобы я хранил. I'm just lucky that you were there. I thought maybe you might have retired or something. Мне просто приятно, что ты здесь. Yeah, that's what they'd like. Да. Well, they know you as well as I do. Нравится. Все нормально. Yeah, they do. They just don't appreciate me as well. Да, ты знаешь, меня не очень ценят. Jeez, you haven't changed at all. Ты совсем не изменилась. I've changed a lot. Я сильно изменилась. Billy, come here for a second, sweetie. Billy, don't you need somebody? Подойди, пожалуйста. Hey, this is Charlie. Это Чарли. Can you say hello? Поздоровайся. Hello. Hi, Billy. How you doing? Здравствуйте. Taking good care of your mom? Здорово, Билли. Как ты себя чувствуешь? Заботься о маме. That a boy. Да. Okay, хороший пацан. Все, иди играй. Same here, Billy. Мне было приятно с вами познакомиться. Мне тоже. Мне тоже, Билли. How old is he? Сколько ему лет? Seven. Семь.
Almost 7. Почти 7. Seven. 7. It hasn't been that long, has it? Слушай, у тебя не так давно это, да? Been 7 years. Слушай, а 7 лет не совпадает. Battles. Where's your partner? Battles. Где партнер? Нет партнера. Работаешь в команде. Since we already scoped each other before you got here, we'll team up. Is that a problem for you? Ну что ж, что касается... Ну, если мы будем в команде, нет проблем, нет? Нет, все нормально. Ну, таким образом, мы работаем днем и ночью. Нормально? Нормально. Все, нет проблем. Ты без партнера, да? Да. Хорошо. Right there, goofball. Good response так. Time. Не шелись, так. То же самое. Осторожненько, иначе прикончите. Ты о чем толкуешь-то? А то, что я знаю, то, что есть один полицейский, а с ним должен работать вместе, защищать одну женщину. That ain't legit. That ain't for real, is it? That's what I said. Это что, настоящее? No, это фотография какая-то? Ну, такая же была. Каза, кака... Казаровский. Казаровский. Вот так произносится. Так. You're no cop. You can't be no cop. Слушай, да ты не полицейский. Ты не полицейский. They tell me I'm getting some hot shot from out of Riverside. Instead, I get Yoko Ono. Крутой чувачок. Слушай, может, ты обвалил бы? Я всегда один работаю. Нет уж. How do you think you're doing? Floating all over the neighborhood like you're Casey. Слушай, ты что думаешь? Ты такой крутой. Что ты тут делаешь-то? Yeah, well, you almost took on the 38 Hollow Point. Why don't you just come up? Так, слушай, здесь один парень, что-то он мне очень не нравится, уже 15 минут здесь. Он, да. Он и его брат уже крутит 15 минут. Очень что-то подозрительно. Ну что, слишком поздно уже что-либо делать. Пошли. Отлично, здорово происходит. В самом деле? Посмотрим, что у нас тут есть. Do I look like I want any company? Так, ну что ты, слушай, мне нужна никакая компания. Слушай, у тебя там друган, да? Да ничего. Слушай, я не понимаю, о чем ты. Убирайся. Ты недоволен. Just forget it. Oops. Oh, where did that come from? I didn't see that a second ago. О, слушай, откуда ты? Я этого не видел. Or like some Mugu Gai Pan, hold the MSG. О, ну-ка, принеси-ка ему еще что-нибудь типично китайского. I gotta be real quiet about this, so слушай, я буду очень тихий. Even though it's true, you probably don't believe that. Ты знаешь, ты сам деле не поверишь. Am I right? Я не буду тебя убивать. You've been real swell about this. Ну, в самом деле. Слушай, ну-ка, давай, жри это. Thank you very much. Okay, you want some extra duck sauce, do you? Hey, слушай, you have some extra duck sauce over here? Че, еще? Соус тебе? Так, соуса. О, осторожненько. Now look. Сейчас слушай. Ну-ка, давай-ка, застегнись. Для безопасности. Ты знаешь, а сейчас я это уберу. Не хочу использовать. Как не хочу убивать? Слушай, сволочь ты. Ты же не полицейский. Уди! Уди! Я люблю это!
Черт, как я это ненавижу. Давай. Confucius say you have the right to remain silent. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы не сказали, будет использовано против вас. Не. Слушай. Ты берешь вот так вот, аккуратненько. No muss, no fuss, just the way you're supposed to eat. Так, культуре не надо есть. Ты знаешь... Not if we were in China. Слушай, а тебе не нравится эта китайская еда, да? Гамбургеры, I mean, что мы едим? Chicken chow mein and spare ribs. Ты знаешь, что-нибудь более типичное. Still the connoisseur, see me. Something's never changed. Hey, say what you will, but you can't beat them egg rolls old Fort Edsel Wong used to make over there on Clancy. Ну, слушай, ты знаешь, всю эту жрату, что мы едим? Это... То, что толк... Расскажите мне историю какую-нибудь. I haven't seen him smile like this in a week. That partner of yours really has a way about him. Слушай, твой партнер, он здорово заботится о нем, да. And he's not my partner. Да он не мой партнер. That's right. Да, это правильно. Charlie Battles, the lone wolf. Charlie Battles, одинокий волк. The last soldier. Солдат. No partners. Alone against the world. Да, действительно, один против всех. We had a lot of good laughs together. Слушай, мы здорово были вместе, а? Laughs we had. I just needed. Да, a сейчас только посмеяться, только остается, чтобы посмеяться. That. Well, we were gonna get to that sooner or later. Hey, wait a minute, you don't want me. Так, ладно, все, увидимся позже. Подожди. Nikki was really good to me. Слушай, for a while, really good to me and to Billy. Никки, он был в самом деле очень хорош со мной, мой муж. В самом деле хорош. Listen, I was alone with the little boy. Это был хороший, крутой парень. Wait a minute. Подожди секундочку. Villanova's not Billy's father? Так что, он не его отец? Нет. I had Billy a good year before I met him. У меня был Билли до того, как я встретил. When I had a body to get back. Come on, are you crazy? Ну давай, ты чё? Half my age. Глупый, что ли? Слушай, ты значительно старше меня. I'm sure that any first-year psych student could do a quick lay analysis on how I wound up with Becky. Ну, во всех случаях, что там не произошло, но он мне очень нравился. He had this sense of excitement. Ты знаешь, у него было такое чувство, не знаю, которое приводило меня в трепет. И просто был какой-то типа что-то такое, как щит. Все, я за ним чувствовал просто как за каменной спиной. Да, я даже не знала, что так это произойдет. Просто что такое, оказывается, человек.
when things weren't so good between us, I used to stay out as long as I could. Когда все было хорошо, все было тихо. Но one night Billy was staying over at a friend's house, and I'd gone to the movies. I didn't get home until 11. Я поздно вернулась из кино. And I came into the house. Когда вошла в дом. And и Nicky was just sitting there. Ники был просто дома. He was just sitting at his desk. Он просто сидел за столом. And и his desk, and on it, lying on it. И прямо на столе. Was Billy's hamster. Прямо на столе была собака Билли. It was dead. Была мертва. The way he just stared at it. Просто так была напугана. There was blood all over this. Была кровь повсюду. Crazy if a coffee cup had left a water rail. Стала больная от этого. And и he said, и он сказал, that it had tried to run, что если еще что-либо такое произойдет, it tried to run away, то он убьет меня. Accidentally. Просто вот так вот. Ты спишь? Да. Слушай, что случилось с моим отцом? Хочу видеть своего отца. Слушай, ты знаешь, я что-то видел в фильме, там что-то о Западе таком. Так, слушай, хорош, я, наверное, знаю, о каком ты фильме говоришь. Слушай, давай поспи. Слушай, ну как ты можешь спать? Давай споем лучше. Петь? Ну что, давай споем. Окей, хорошо. Three and a horse and three blind mice sitting on the curbstone shooting dice. The horse rolled off and fell on the flea. Whoops, said the flea, there's a horsey on me. Boom, boom, ain't it great to be crazy? Boom, boom, ain't it great to be nuts like us? Giddy and foolish all day long. Boom, boom, ain't it great to be crazy? Nick, I just got confirmation that their witness is definitely Connie. Ник, есть информация, то, что свидетельница собирается выступить. Ну и что? Ладно, не беспокойся. В самом деле, а ты что? Да я думал, что твоя жена заберет Ника и поедет к своей сестре. Так, черт возьми. Ты что делаешь? Ну, я просто поднял фотографию. Слушай, да я не хочу фотографию мертвых людей вокруг себя. Слушай, ты должен это сделать. Слушай, ты знаешь, мне нужен мой сын. Она умрет. Я понимаю. Слушай, я не хочу, чтобы ты так говорил. Да, ты не хочешь? А я также не хочу, чтобы она говорила что-либо на суде. Она покойница, понятно? Она покойница. It's all set up, Nicky. Все нормально. Все сделано. Все, это просто проблема времени. Проблема времени. Да, и все. Tomorrow she torpedoes me. I wanna know when. Слушай, я хочу знать, когда. When? Когда? Когда? I just wanna know when. Я просто хочу знать, когда. Ah!
What gives you the energy? Ух ты, как сколько энергии. You got an appetite. Так, что, аппетит есть? Ну, а почему нет? Yes, you do. Да. You wearing a girdle? Так, какая девочка? Ah, I love home cooking, UCB. Ух ты, печенька, хорошая приготовка. You shouldn't use salt. Слушай, ты не должен использовать соль, а? No. How was that? Great. Вот, вот это, здорово. You gonna scowl at me all day? You gonna ogle her all day? Слушай, ты чё, ведь не спал, да? I know what I ogle when I see you. Слушай, а чё вот толкуешь, да? Всё, ну хорош. Слушай, я просто смотрел на подругу. Ты, ну не, не смотри. Ну симпатичная женщина, да? Слушай, мы должны её охранять. Слушай, красивая женщина, я смотрю на неё. Это нормально, нет? Так, всё, слушайте, вы базарите, как старая какая-то семейка муж с женой. Ты слышал, да? Кто это? Команда. Something must be wrong. I didn't see any SWAT teams or news crews outside. Так, ребята, что-то тут не в порядке. Там снаружи целый бардак был. Yeah, we did. Вы что, что сделали? Да, мы кое-что тут сделали. Be careful where you sit. Так, ладно, ребята, осторожненько тут, присматривайте. Слушай, ты бы не мог мне принести эту фотографию, где заснято с сыном и с мужем? Нет, я не думаю. Нет. I don't think I got it. Да нет, нет, к сожалению, нет. Ну что, подвезти тебя? I do. У меня нет колес. Да у меня есть. Me giving a lift at Charlie Battles. Я подвожу Чарли Бэтлза. This is one of them. I'm not riding shotgun, I'm no hunk of iron. Come on. Ладно, давай, я тебя подвезу. That, слушай, ты что, ты что, сапэль? Слушай, да ты что, не дури, что ты ехал на мотоцикле. Да ты же не можешь водить мотоцикл. Слушай, это мое место. Слушай, ты че? Слушай, пацан, хватит, я поведу. Слушай, да я тебе объясняю, что ты не можешь водить. Слушай, я все еще хочу тебя подвезти. Так, ты видишь лампу? Так, ты первый. Так, хорошо, если я разобью, я веду мотоцикл. You just broke the law. Так, здорово, лампу разбили. You just took the first step towards the dark side. Да, чтобы быть в темноте тут. Thanks for the lift. Спасибо, что подвез. Pick you up. Maybe we'll do the Apache Brave Farm. Давай, зайди, Шмур. I'll ну, just давай. Meet you there. Be on my way. Why? Where you staying? Ну ладно, давай. This is real swell of you, CB. No, it's not swell. Слушай, отлично. Over there and get yourself a motel, Prado. No problem. I'm as good as out of here. Слушай. You know, it's just when I got that phone ты call. Ты что, думаешь здесь остаться? Нет, давай-ка в гостиницу, давай. В мотель. Barreling down the old hyphenated line. Ух, слушай, нравится мне здесь идти. You and I pull guns and voila. Ух, мне нравится like здесь. Nice neighborhood to live in. This is a nice neighborhood. Так, а ты что там мне, подыскаешь подходящий мотельчик, что ли, недалеко? Ты что, хочешь, чтобы я уехал, что ли? Так, ладно, хорош. YMCA means no-tell motel. Glad you approve. Да, ну смотри там, что у нас есть из мотелей. Oh, here we go. Cable adult movies and waterbeds. Sounds о, слушай, like есть тут подходящий. Here, huh? Ух ты, смотри, что у тебя есть.
году. 1995 a day. That sound good to you? Sounds good to me. О, слушай, смотри-ка, вот тут хорошее местечко. Для меня хорошо это звучит, а для тебя тоже. Ну, туда поехать. Ух ты, джукбокс у тебя, музыкальный ящик. Run DMC. У, настоящий аппарат. Слушай, смотри, тут старые песенки кое-какие. G7. Walk the dinosaur. Give me my money back. That's not one. Not one. Who, what, who? Слушай, ты знаешь, вот эта песенка-то? Что за песня? I put mine back in after she left. А кому это вообще принадлежало? Да моей дочери. Я все это сюда перетащил после того, как уехала. Это она? Yes, sir. Это она? This you and Connie? Это ты и Конни? Mad Hatter's Magical Kingdom? Волшебное королевство. Так ты ее знал. Rock my socks. Ух ты, смотри-ка. Это ты. Good looking. What are you, a homo? Слушай, ты че? Дома что ли все? Я не беспокойся, я посплю здесь, на кресле. You know what's bothering me? Ты знаешь, что беспокоит меня? Да. I know everything that bothers you. You tell me everything. You never. Я знаю, что тебя волнует. Ты мне все говоришь. Don't you want to know what I think about this case? Ты не хочешь знать, что я думаю об этом деле? Нет. You spotted me from the window in the apartment, right? Looking down from the window when I was watching those two punks in the Chinese restaurant. Да, а ты знаешь, что я подумал, когда я смотрел из окна на этот самый китайский ресторан? Кто там был не в порядке? То, что из китайского ресторана. Вполне ведь достать можно. Ты знаешь, если бы я был бы на месте этих самых бандюк, я попробовал именно оттуда достать бы. Ты прав. Так, ладно, ты хоть что-нибудь? Ну, не знаю. Гамбургер, кофе. Ладно. Слушай, ты подумай обо мне и о ребенке. Что-нибудь принеси. Все, пока. Привет. Черт, это лестница. I'll check the alley. Так, я проверю снаружи. Nick, Battles. Battles, кто-то идет. Все, давай. Быстро. Давай. Так, ты здесь находишься, и ничего вы не делаете. Ясно? Мы что, прячемся от отца? Спокойно! А, это ты? Battles. Где Бэтлз?
Don't kill my daddy. Don't kill my daddy. Они убьют мою папу. О, черт. Stay with him! You stay with him! Ты останься здесь. Нет, ты останься. Hard case. Черт. Oh, sorry. Виноват, виноват. Виноват. Все в порядке. Sorry. Виноват. Что такое? Бэтл? Что такое? What do you mean you don't know where they are? Что ты имеешь в виду? Ты не знаешь, что произошло? He didn't go to the store for a carton of milk. И что? И где они находятся? И ты не знаешь. I want to know where they are, and I want to know now. Слушай, я хочу знать, где они и где они сейчас. Charlie probably figures the least amount of people know where they are, the better chance of protecting the girl. А то, что Чарли Бэттлс просто оставил записку, то, что они с напарником увезли женщину ребенка. Все, завтра они будут четко в суде. He's no rookie, and I don't want to see him overstay his welcome by weeks like McTeague. But if you're asking me, слушай, во всех случаях мы решили поставить его в дело, он свое дело выполнил. If you have to have someone on your side, you want this guy. Ты хотел кого-то поставить на это дело, и ты. И этот парень. Ладно, все. Я хочу знать, где он прячет свидетельницу. Ну вот я сказал, написано. Не беспокойся, завтра они будут в суде, все. P.S. The Chinese food across street is terrific, K. Так, китайский ресторан. Найди Бэттлза. И ко мне его. Я хочу его. Maybe after this I'll retire. Может быть, после этого я тоже уйду в отставку. Да уж, действительно, можно было подумать, как он там, Гарлеме, что ли, или где-то находится. Да я тоже хотел так наколоться. Ладно, все, ребята, все нормально. Так, все, это очень хорошее место. Все, да никто не может сюда войти. Все, никакого шанса у них не будет. Все, это будет здорово здесь. Этот парень, в самом деле, был такой крутой и строгий, если бы даже кто-нибудь улицу переходил в неположенном месте, тоже убрал. Да уж, посмотрите на него, такой крутой парень. Ну ладно, 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 все. Все, он однажды взял меня и хотел посадить. And he owed me. Ну, в конце концов, действительно, выпустил меня. Итак, ребята, из-за того, что он все сделал, я позволю ему остаться здесь. Телевизор? И работает? Конечно, нет, Билли. Заходи. Thanks, Pearlie. Спасибо. Can I trust those guys down there? Слушай, я могу верить этим ребятам? Ты можешь верить мне? Here. Конечно.
Sam, ну, хорошо. Слушай, может быть, мальчишке нужно что-нибудь, кофе, молоко? Все нормально. Don't start with me. Can I help? Ладно, что на меня уставился? Да нет, не уставился. Friends with a name like Pearly Gates, a woman like Connie in your dugout, the way you handle those steps going after the shooter. Слушай, ты знаешь, такая женщина, как Кони, и она все время на тебя смотрит. A compliment? By telling me I'm okay for an old guy? Слушай, здесь ты комплимент, комплимент, да пошел ты. You really have a problem being older, don't you? Слушай, мужик, в самом деле у тебя проблема. Становишься старше, и что-то у тебя не то. Слушай, ну это же абсолютно натурально, что ты при ударе за женщиной, которая тебе нравится. В чем проблема? Ладно, закончил? Да, все, пойду проверю периметр. Все нормально? Да. Точно? Поцелуй меня. Gosh, I love you. Ух, я люблю тебя. I wish I could explain all of this to him. He's so confused. Ну, не знаю. Нужно было пообъяснить ему все. So am I. У него все в голове так происходит. Да и у меня тоже. He won't forget. Может быть, он забудет это. Он не забудет. He'll deal with it however he does, but he won't forget. Я вот тоже никогда не смог забыть. I remember the first time. Я помню первый раз. My father. Были проблемы с моим отцом. The day he came in and told me he was being suspended. Когда время наступило, чуде не посадили. Не знаю, он ничего мне толком не объяснил. Где он был? He was accused and he had to go away. Да он был просто обвинен в том, что убежал, и все. Да были двое полицейских, он просто убежал, и все. Я знаю, один из них просто на какую-то вечеринку пришел, что ли, и его обвинили ни за что. Знаешь, как пользоваться, а? Yes. Да. Ты знаешь, если что случится со мной и Лиз Бэттлзом, а? Это предохранитель. Just click that down with your thumb. Оп, опускаешь. And make sure it's off. И можешь готов. Вот смотри, что было написано. Огонь. You just, вот просто. Keep on pulling until you don't hear any ты more просто shots. Наводишь вот так. Don't aim, don't conserve ammo. Just так, не напрягайся. The biggest part of the target. Вот, наводишь на цель. Мушка. И нажимаешь на спусковой крючок. Что происходит? Они собираются убить моего отца. Что такое? Ну что, показал, как пользоваться пушкой, все? Да не нужно это. Okay, слушай, я тебе сказал, ничего не нужно. Я всем снимаю. Мужик, ну что ты? Ну что? Красивая, привлекательная женщина. Не нравится. Слушай, ты что, забыл, что мы здесь на деле, защищаем ее? Слушай, а ты думаешь, она не красивая? Слушай, что бы там ни происходило между нами, мы в деле, мы работаем. Слушай, у нее такие ноги. Слушай, ты что, не понимаешь, от каких ногах такую? Мы должны защищать ее. Все, а ты же легкий ездок. Будь от нее подальше, ясно? I'm gonna get you to the courthouse, but we're gonna take a little different route. Все нормально. Но до того, как мы поедем в суд, будет небольшое изменение. Другой дорогой поедем. Мойка машин. Вход. Надпись на табличках.
of everything. Слушай, ты обо всем думаешь? Да. Слушай, так вот для чего я вас и попросил прибыть. Слушай, ты тоже не должен все чересчур в голову забивать. Все нормально. Okay, we got him. Все в порядке, мы видим их. Итак, сейчас начнем. That's not battles. Это не Battles. There was a broad in there. Другая машина. Broads in all of those cars. Damn. Черт, здесь две одинаковые машины. Что вы можете сказать по поводу происходящего? Так все-таки, может быть, вы что-нибудь скажете нам? Any criminal accusations, I'll be more than willing to answer in court. I just don't understand how they can keep my son from me. Я просто не понимаю все то, что происходит. Они не дают мне видеться с моим сыном. Я абсолютно невиновен. Я хочу видеть своего маленького мальчика. Черт. Слушай, твой пацан, я видел снаружи. Да кто, что я видел, говорите? Officer Joe, my daddy is really worried. Мой папочка обо мне беспокоится. Черт. Я хочу пойти к своему папе. Все, виноват. Я хочу пойти к папе. Слушай, ты что тут делаешь? Ты должна была в суде быть. Слушай, странно. Слушай, да ты же должна быть в суде. Поехали. Я хочу увидеть своего папу. Я тоже. You and your team in my office first thing this is over, Pat. Can we worry about that later? Все, не беспокойтесь, пожалуйста, не беспокойтесь. Здравствуйте. Do you need anything? Coffee? Cigarette? Anything? Что-нибудь хотите? Кофе, может быть? Что-нибудь? You'll be my first witness. Court should convene in about 20 minutes. Вы наша главная свидетельница. Все начнется через 20 минут. Tell me this is gonna be okay, Charlie. Charlie, все будет нормально. You're gonna go in there, smoke one right over the plate, and send this guy to the shop. Я тебе говорю, все будет нормально, не беспокойся. Villanova will be doing laundry for the state, and you and your son Willie. Billy. Вы знаете, вас защищает государство. Вас и вашего сына Билли. New home, new job, у вас будет новая жизнь, новое имя, дом, работа. Не беспокойся ни о чем. Things gonna be okay, kid. Все будет нормально, ребята. My daddy's coming. You bet. А папа? Папа придет? Все будет в порядке. Папа придет. Здорово. Battles. Хорошая новость или плохую? Здесь Билли. Его взяли. Какая хорошая? Меня тоже взяли. Ну так в чем дело? Your place. Они хотят встретиться. No cops, no searching, no coming up to works. Никого, ни полиции, ничего. Если что-то будет не в порядке, то будет плохо. Billy, okay? Oh, yeah. Билли в порядке? Да. We're just gonna hang out, have some pizza. Слушай, мы бы хотели пиццу пожевать. Remember you and I fired up the jukebox, Gerald? Слушай, и музычку послушать с твоего джукбокса? Cheer up. Things could be worse. Not for you. Нормально, может быть хуже, но не для тебя.
What the hell do you mean she changed your mind? Что такое-то случилось? That's it, okay? I'm not gonna testify. I've nothing to say. Я не буду свидетельствовать против него. You talked to her. It was a phone call. Ты говорил с ней. Был телефонный звонок. I made a mistake. Okay? You walked out. Я совершил ошибку. Нет. Вы совершили ошибку. Вы не можете дать задний ход. Все. He's out on the pavement 10 minutes after you are. And who do you think he's? В противном случае, если вы не будете свидетельствовать, все, государство вас больше не защищает. Вы уйдете, вы покойница. Как только вы выйдете, все. Никто вас не защищает. Я защищаю. You are history, Battles. Бэтлс, ты уже принадлежишь к истории. Charlie. Подожди минутку, Чарли. Что будет делать? Слушай, я ничего не хочу делать. Я просто хочу быть уверенным, что мы с ним нормально. Все, я просто хочу вытащить вас всех. Тебя, Билли, Кеса. He's running on ether, this guy. He'll kill anybody who shines his shoes wrong. Now don't tell me how to handle guys. Слушай, только, пожалуйста, не объясни мне, что я должен делать. Слушай. We have tried it this way, the right way. Слушай, мы ведь пробовали, но ничего не получилось. А сейчас что? Я хочу выйти. The reason you asked for me is because you know I know what I'm doing. Слушай, причина, по которой ты меня запросила для твоей охраны, потому что ты знала, что я делаю и как я делаю. Все. Я все сделаю. Хорошо? Все. Вот это главное. Бэтлс, входи. Привет. That was for Tangreys. Where's Villanova? Got the kid. Что? Где Кес с ребенком? That was for McTeague. Ну? How afraid of Villanova are you? Ну что? Сейчас ты все вспомнишь. How much worse? You really think Villanova is? Ну так что, сколько это стоило, а? Зараза. How do you do it? Ну? How do you continue? Как ты это могла? Как ты могла? Wear the badge. Well, wait a minute. Did she seem to have any idea of what happened? Ты видел ее? Она тебе подсказала что-нибудь? Yeah. Да. Yeah, she was real anxious to be helpful. Да, действительно, она здорово помогла. Where's my kid? Где пацан? В офисе. Телевизор смотрят с полицейским. Что? С полицейским. А почему? Мы взяли их обоих. Ну, знаете, он беспокоился об этом полицейском. Беспокоился об полицейском. Моя вся семья бестолковая. Моя жена. Сын с полицейским. Где это? Билли. Иди сюда. Слушай, мы должны смотаться отсюда. Так, видишь лампу? Слушай, ты выключишь лампу. Разобьешь лампу. И с этими кусочками порежешь веревку. Ну, чтобы они этого не видели. Слушай, может, используем ножик? Надпись на почтовом ящике «Battles». Battles? Это Конни. Let me speak to the как там? Да, хочу поговорить с Бэтлсом. Сейчас. Сейчас он будет с вами. Что? Он едет.
Билли. Что будем делать, босс? Джеки! Come here! Джеки, давай въезжай! Поехали. Ты что, держишь его? Поехали, поехали. Думаешь? Я же перестал думать, начиная с 69-го. Так. Давай, вперед! Давай! Арестованы. What are you wearing, Pappas? Is skivvies? Че, парки порвал? Hello. Слушаю. Мама. Билли. Are you okay? Все в порядке? Okay, все. Кэс и Бэтлс достали меня домой. I'll see you soon. Скоро увидимся. Everything's okay. Villanova's... Все нормально. Going away for a long time. Все, а твой мужик, все, он уже укатил. Не беспокойся. We're gonna be together soon. Okay? Все. Ну, а мы скоро будем вместе. Okay. Хорошо? Окей. 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 Хорошо. Чарли.
Goodbye, Charlie. До свидания, Чарли. До свидания, Чарли. Strike one. Ух! What are you talking about? Хороший удар. О чем толкуешь? Finish the paperwork. Good. Ну, как твоя бумажная работа? We both couldn't do it, could we? Нормально. Слушай, а ты что, тут со мной хотел поработать? Машинист, может, а? А что? Да уж, вытягиваешь ноги, по клавишам стукаешь. Connie and Billy have new identities. Connie и Билли уехали. I'm gonna miss them. Нам их будет не хватать. Connie ever tell you who Billy's real father is? Слушай, так кто ж настоящий отец Билли? I tell you I'm thinking of seeing my daughter? No. Слушай, я тебе сказал, что я увижу свою дочь? Нет. Call her? No. Звонил ей? Нет. Ну, позвоню. So, what are we gonna do, Kazuhuski? Ну, так что, Казовский, что будем делать? What? Будем работать? Нет. Talking about us. Я говорю о нас. Be too embarrassing for Levine to bounce me now. They're gonna make me work with somebody. Слушай, сейчас я уже не могу ни с кем работать. А с тобой могу. You do like working with me. Ух ты, ты что, со мной будешь работать? What do you mean, like? I gotta work with somebody. Жизнь. Ну а чё? Я должен с кем-то работать. С нами. Вместе будем работать. Вместе? Giving you that clue about Samantha? What clue? I had her first. Да уж, с тобой сработаешься. When I told you my favorite song was Woolly-bully. Да, кстати, моя любимая песня «Woolly-bully». Ты помнишь, я тебе говорил об этом? Нет? Sam the Sham and the Pharaohs. Sam the Sham. Слушай, там хорошие такие слова были. You can't even admit it. Слушай, ты мне надоел своими глупостями. I was thinking about Tingridge when we got there. He had his hand out of his pocket, not on his gun. Which it would have been as soon as he heard somebody coming up. Так, слушай сюда. Сейчас-ка мы сыграем. Проиграешь, не будем работать. Но если же я сделаю это, то мы вместе будем работать. Ну так что? Хорошо. Другого пути нету. Ну так что? Этот мячик-то? Я его выбью или ты? Посмотрим. Хорошо, давай. Много. Кинь-ка хорошенечко. Come on, Kazuzinski, show me what you got. Ну давай, Кез, покажи-ка мне, что ты можешь. All right, come on. Так, come давай. On. Давай. Черт! Ты что, дурак, что ли? Все, ты не можешь играть. Все, я выиграл. Нет, я выиграл. Yeah.